Какие, на ваш взгляд, обязанности должен выполнять менеджер аккаунта? Анализ товаров именно, смотреть на сравнение цен. Извините, сколько готов платить? Ну, от 500 и выше, я думаю, что... Долларов, да? Просто зависит. Да, вот, обратите внимание на этих ребят, они готовы делиться с хорошими специалистами. Да. Какие-то промокоды можете дать, вдруг клиенты будут смотреть? Лень. Решаться, где-то здесь, рядом с этим видео, вы найдете промокод на какой-то из их магазинов. Обращаемся к менеджеру. Какие, на ваш взгляд, обязанности должен выполнять менеджер аккаунта? Вот прямо точно 100% он должен ими обладать. Первое, наверное, это анализ товаров именно, смотреть на сравнение цен с другими людьми и там сравнение, почему товар падает, скажем, с первого. Анализ карточек, который уже существует, я правильно понимаю? Да, это первое. Второе, это бывают проблемы какие-то там, допустим, те же во время отгрузок, там не то количество отгрузит, это приняли. Общение с техподдержкой, ну или там с этим, с личным менеджером, если есть. Учет, получается, да. Взаимодействие с менеджером или с техподдержкой. Да. Ну, с менеджером мы про персонального менеджера тоже говорим, да? А, еще? Ну, анализ карточек, которые там вниз катятся. Менеджер должен, на ваш взгляд, не только анализировать, но и давать какие-то решения. Ну, то есть, как поступить, чтобы карточку в топ поднять. Было бы здорово. Понимаю, как я. Вот смотрю товар, да? Допустим, скажем, какой-то вот этот товар упал с первых позиций, у него просели продажи. Я должен вопрос, как бы задать себе вопрос, почему это так произошло? Я смотрю, возможно, там из-за того, что у нас некоторое количество времени, ну, определенный период времени не было его на продажах. Или же, скажем, так получилось то, что конкурент поставил, ну, зашел с таким же товаром, поставил цены намного дешевле, но ну, и несколько таких конкурентов, скажем, завелось, и за определенное время, скажем, он сполз. Нужно теперь решить вопрос, но следующая задача, которая ставится, это почему так произошло и что мне нужно сделать, чтобы поднять его на место. Ну, возможно, готов платить. Сколько ты готов? Какому менеджеру? Готовому. Да, вот прямо человек. Который вообще ничего не делает, он все, сам все будет посадили, делать. И он вам говорит, ребят, вот здесь вот так, вот это вот так, отчет еженедельный выдает вам там, что происходит, почему это происходит, какие предлагает он решения для поднятия результатов. Просто решение предлагает или сразу он действует? Если вы ему дадите, да. Ну тут если вопрос управления, то есть выделить, если вы говорите, что у него есть, ну скажем так, диапазон, да, условно, юнит-экономика, да. Есть диапазон цены, где он может сам опускать стоимость, да, поднимать да. Стоимость, регулировать, и, ну то есть влиять на маржинальность на ваши показатели, то он может сам это делать. Ну, наверное, от 500 и выше, я думаю, что. Долларов, да. То есть сняли с себя задачу, забыли и готовы. Ну если да, вообще, конечно, в это не лезть, это было бы шикарно. Может даже больше. А там уже вот просто зависит. Да. Можем ну, то есть еще дополнительные там какие-то KPI, бонусы, плюхи да, готовы платить. Да. Если человек генерит деньги, почему? Конечно, если он зарабатывает, мы зарабатываем. Согласны да. С этим? Ну, то есть вы готовы давать бонусы и делиться? Да. Вот, обратите внимание на этих ребят, они готовы делиться с хорошими специалистами. Да, это на самом деле это очень важно. Ел, да? Окей, спасибо. Спасибо большое, ребята. Мы в гостях у Тимура и дяди Джо. Вот. Их магазин, один из магазинов, у них все связано с Uncle Joe, насколько я знаю. Да, да. У нас это будет как бренд, да? Да, бренд. Мы все категории, скорее всего, будем там под этим брендом пускать. Какие-то промокоды можете дать, вдруг клиенты будут смотреть? Лень. Я думаю, мы можем сделать. Если они решатся, где-то здесь рядом с этим видео вы найдете промокод на какой-то из их магазинов. Вот, ребятам лень, миллиардеры. Мы обязательно сделаем. Да, да. Это зона его ответственности. Все, супер. Всем спасибо. И вам также спасибо. Большое спасибо, что уделили. Спасибо, что давайте.